Сегодня завершилась ежегодная Европейская неделя мобильности. Последний день проекта традиционно считается днем без авто. Рижан сегодня призывали оставить машину дома и отправиться по делам на общественном транспорте или пешком. Сегодня же в центре города на открытом воздухе устроили целый семинар об изменениях, которые до 2017 года коснутся одной из главных столичных улиц – Кришина-Барона. Главное из них – асфальт здесь заменят на брусчатку. Я могу сказать, что такого Рига давно не видела, когда целиком меняется покрытие на всем протяжении этой достаточно протяженной, там, более 3 километров улицы. И вот эта вот смена дорожного покрытия позволяет прежде всего упорядочить движение транспорта, скажем сразу, ограничить автотранспорт путем введения рекомендательных велополос. То есть это значит, что по ним смогут ездить и велосипедисты, и автомобили. Есть такая брусчатка, что ты едешь, наслаждаешься рисунком брусчатки, а новая брусчатка Кришина-Барона, она будет разных типов, разных цветов, разных оттенков. В общем, сам день без автомобилей в Риге прошел незаметно. Автомобили на улицах были, как и традиционные вечерние и утренние пробки.